Футболисты «Динамо» первые начнут спортивные выходные. Белоголубые в отличной форме и боевом настроении. Ведь два последних матча наши выиграли. Еще и у лидеров. Поэтому субботний соперник «Урал-2» выглядит не так страшно. Команда находится на последней строчке в турнирной таблице. С одной победой. И, к сожалению, коллектив из Екатеринбурга обыграл как раз-таки «Барнаульцев». Самое время взять реванш. Место встречи – суббота, стадион «Динамо» в 15:00. Мы также хотели выигрывать с первого матча, но не получается, правильно, к сожалению, выигрывать. То, что победили в этих двух матчах, это целиком и полностью заслуга ребят. После зеленого газона на стадионе «Динамо» перемещаемся в спортивный комплекс «Победа». Там баскетболисты «Барнаула» принимают грозную «Руну» из Москвы. Соперник – серьезный финалист прошлого сезона и один из фаворитов нынешнего. Состав у москвичей остался практически без изменений. Все лидеры на месте. Команда выдала стабильный и ударный старт. Две победы в чемпионате из двух возможных. А вот хозяева – три матча, из них – одна победа, но очень важная. В первую очередь для того, чтобы ребята почувствовали уверенность, потому что каждое поражение вселяет неуверенность, каждая победа отдает пищу для размышления, но после каждой победы приобретается определенная уверенность. Уверенность у баскетболистов будет запредельной, если мы с вами заполним трибуны до отвала. Встречаемся также в субботу в спортивном комплексе «Победа» в 17:00. Все записали? Мы вас ждем. Дмитрий Дроздов, «День с толком».